Открытость – это главное качество, которое усиливает в нас состояние счастья. И вот почему я об этом вспомнил. Сейчас я нахожусь в Иваново, и перед нами вот такой арт-объект. И он, его идея этого арт-объекта состоит в том, что тот, кто его создавал, хотел донести до людей, что в жизни самое главное – это открытость и доброта. И этот арт-объект направлен на то, чтобы мы чаще об этом вспомнили. Открытость давала мне всегда возможность в моих путешествиях создавать комфортное перемещение в пространстве. Открытость хороша еще и тем, что ее легко в себе открыть, хотя и получается такая тавтология. А открыть ее очень просто. Возьмите сейчас, сожмите свою руку в кулак и представьте, что вы в своем кулаке сейчас, в свой кулак вобрали весь мир. Много ли вы его взяли? А теперь откройте эту руку. Вот сейчас перед вами как раз открытая рука, в центре которой расположено дерево. Это дерево как символ всего мира, который мы можем обнять, вобрать в себя, когда мы открыты. И мой основной призыв ко всем такой. Если вы еще не открылись, то вы можете это сделать прямо сейчас. Убирайте свои защиты, потому что сейчас пришло время взаимодействовать от сердца к сердцу. Будьте открытыми.